что вам рассказать, я не могу понять. Время, место и час. Ребят, вы иногда такие, знаете, вот настолько личные вопросы задаете, на которые, ну, не хочется отвечать. И я уже не участница Дома-2. Если бы я была участницей Дома-2, там, конечно, выворачивают все наизнанку. И Дима это делает все специально. Дима просто тупо использует меня, дабы отработать свой сценарий на Доме-2, дабы отработать свои денежки, так как они стали неинтересными. Сударкина уже ушла с проекта, никто их не, Сударкина их не пиарит, другие, соответственно, тем более их не пиарят. Поэтому он пытается через Сударкина уже даже за проектом, через Сударкину хоть как-то пропиариться своими смс-ками, потому что он мне недавно написал ВКонтакте. Вот. И он пытается, наверное, зацепиться, чтобы были темы для разговоров. Очень жаль, Дим, мне это очень неприятно. Все-таки вот у Оли и Дима сейчас происходит сценарий. Они, да, вот прям это ярко выражено, я тоже говорила об этом недавно в прямом эфире.